От Мазера и Притчера уже несколько часов никаких вестей. Расскажи хоть ты хорошие вести, брат. Ну, у Хасана в ноутбуке их полно. Как мы и думали, Хасан занимается всей логистикой. Если в двух словах, то сеть Клирика использует два корабля, приписанных порту Дубая. А Пентрит, который обнаружили в Сомали и Йемене, он ведь не из Дубая. Нет, мы отследили корабль до Суэцкого канала, но там след обрывается. Черт. Я закончу. Этот ноутбук настоящий клад. Мы нашли информацию о платежах на счета, связанные с неким Стованом Божичем из Сараева. Вот дела. Да, торговец оружием. Маджахеды зовут его Махандес Инженер. Почетное прозвище для образованных. Оно к нему пристало, так что, похоже, ему это льстит. Ему или его кошельку? В смысле? Этот подонок не фанатик, он работает за деньги. С чего ты взял? У меня на этот счет нет никаких данных. Я с ним работал. Он продавал оружие боснийцам во время войны, а в середине 90-х помог нам поймать сербских военных преступников. Он крут, но жаден. Очень жаден. Серьезно? Сможешь взять его? Я знаю, кто сможет. И ему это понравится. Черт, Дасти, я уж думал, ты не позвонишь. Тебе повезло. Последние сведения говорят о том, что Пентритом торгует наш старый друг Стован Божич. Это, сука, Божич. Я еще тогда говорил, что он ублюдок. Говорил, брат. Отправляйся туда, притащи его к нам, и я куплю тебе пиво. Насколько я помню, у него там небольшая армия. Значит, пиво будет ящик. Понял тебя. Конец связи. Какой пароль сегодня? Свои, парни. Круто. Свои. Парни. Отлично. Иду к тебе. Я вижу, Грека все еще стоит, засунув палец в жопу. А ты не изменился. По-прежнему о моей жопе мечтаешь. Как у тебя дела, брат? Ребята, это Вуду. Делайте все, что он вам скажет. Конечно, если только не позовет в какой-нибудь бордель в Дамаске. А мне кажется, это была твоя идея. Может быть. Ты сам-то как? Да неплохо. Да-да, мне говорили. Значит, ты теперь большая шишка. Ясно. Все течет, все меняется, так, Грека? Да, включая и Божича. Он больше не на нашей стороне. Шаготуй, теща! Он в старой олимпийской деревне. Скорее, застанем его врасплох. Что за черт? Ложись! Пошли! Осторожно! Развалины самодельные мины. Мои люди пометили их краской. Держись от них подальше. Слышали? Держитесь подальше от краски, Джен. Греко, ссылаю до нас в пляже народу Зъединенных. Рассказки жукости твоего дьявола и психотичного атака. Роби все. Они уже ввязались в бой. Пора двигаться. Я иду к своим людям. Мы прикроем вас огнем. Разберитесь с ними. Нет проблем. Динго, тих, давайте с Грека. Там по лестнице. Внизу враги. Враги. Внизу. Цели во дворе. Враг убит. Отлично, Стаб. Идем назад по лестнице. Встретимся внизу.
Осторожно, тут повсюду эти чертовы дыры!
Цель на 10 часов! 10 метров! Сильно ударили! Снял! Энтрит? Здесь ничего нет, Вуду! Куда? Направо! За тобой, Грека! Сюда! Это Динго. Говори, Динго. На улице что-то тихо. Ребятам из Грома это не нравится. Думаю, мы опять во что-то влипли. Все нормально, Динго. Но все внимание на нас сейчас. Хорошо. Никаких следов Пентрита. Продолжайте. Вызову, когда что-то замечу. Может, мы сами тебя вызовем? Воды. Динго, мы тебя видим. Ступай к катку, мы тебя там встретим. Ясно. Чем раньше уберемся с улицы, тем мне будет спокойнее. Контакт! В укрытие! Лево вверх! В зданиях полно снайперов! В зданиях снайперы! Отсюда мы не можем стрелять. Динго, в укрытие! Мы с ними разберемся! Вот там дверь! Двери! Живее! Никак в движении! Встречаемся у катка. Нет. Будьте готовы ко всему. Не думаю, что они просто так сдадутся. Ясно. Нам нужно быть готовым ко всему, друг. Я слышу впереди движение. Контакт! Контакт! Берегись!
принципе, туда мы и идем. За мной! Патрон! Слева Титов! Инга, у нас порядок! Как слышно, Вуду? Мы у катка. Осторожно, у Божича тут полно взрывчатки. Парни из Гром пометили ее краской. Понял, Динго. Наружу, не стоим. Теперь чисто! Там, будь осторожен. Подожди, Сам, это же наши. Грека, в чем дело? Дело в том, что инженер рядом, но он так просто не сдастся. Будет драться до конца. Главное, чтобы до своего. Уж точно не до нашего, дружища. Хоть бы! Дасти, это Вуду. Слушай, Вуду. Слушай, брат, мы завязли, а дело серьезнее, чем казалось. Божича достали? Нет еще, но я боюсь, что мы не с той стороны зашли вообще. Куда эта срань направляется? Непонятно. Скажи мне, что кто-то занимается и той стороной. Дело-то не маленькое. Думаю о Божиче, Вуду. Остальное все на мне. Ясно. Вызову тебя, когда его поймаю. Ясно. Слушай, брат, у меня тут срочные дела. Мака понял. Конец связи. Алло. Что? Нет. Что случилось, мамочка? О, милая. Забьем гол этим ублюдкам. За мной! Налево. Всем быть на чеку. Божич нам нужен живым. А вот остальных? На корм червям. Верно. Тогда вперед! Ну вот, парни. Интрит. Черт. Значит, все пошло отсюда. Наверх. Граната! Дым! Ложись! Ложись! Они к нам подходят! Вижу движение! Сдавайся, Божий!
Готовите город к отчану! Слышите! Хоплять, пичкова мать! Открывай, стоп! Он уходит! Скорей! Мы за Божичем! Взять его живым, не убивать! Понял! Наружу! Мы его достали! Эйдите за мной! Контакт! Смотри, у вас попьет! Иду влево! Иду вправо! Направо! Boczek, wyłaź z vana! Jak my cię z niego będziemy musieli wytargać, nie będziemy się cackać! Bożeś, wychodzi z furgonu, cię odpaźmy! Ładna, wytyszym ją! Ruki, ruki, ruki! Pokażę ruki! Jedy się! Pobite lepsze! Pomóc! Zgryź! Ludy! Bracio! Pomozy temi! Aj! Musimy w tym! Odma! Pora sobie pomocy!